У нас здесь кисточек сколько угодно, прямо на выбор. Я выберу себе вот эту маленькую. Она мне подойдет. Ой, нет, не подойдет она. Нет. Я выберу себе какую-нибудь, которая работает. Вот эту, наверное. Она не войдет в стаканчик. Так, пойду искать кисточку. Ну что, я полезла замазывать кромку штор. Приключения продолжаются. И надо еще все вокруг не заляпать, желательно. Я не уверена, что хватит клея по вам. Мне кажется, надо все-таки лучше поклевать что-то. Ну, не проблема. Делаю, что могу. По щучьему велению, по моему хотению, шторка, приклейся, куда надо. Давай. Но все равно будут какие-то фалды, которые остаются вот так вот. И они не будут к стене. Ну пусть так тоже будет. Надо перелить. Рекс, текс, секс. Нет, это бесполезное дело. Здесь слишком много слоев, чтобы они так прокрасились, намазались клеем. Так не получается. Но часть из них жесткие. Я думаю, все-таки шпаклевка. Не работает. Это так не работает. Клей дамажу, сколько есть. Ну, я пробую, я же никогда не вешала вот такие шторы на стену. Я понимаю, что можно ткань наклеить. Но здесь же фалды. Я хочу сделать из этого что-то красивое, а не запарное. И это вообще не значит, что не получилось. Я пробую. Вижу, что здесь надо более серьезную какую-то штуку сделать. Все нормально. Все остальное меня полностью устраивает.